Я вообще не пьющий. Ни капли. Ни грамма. Алкоголь не употребляю абсолютно. Могу выпить только в исключительных случаях, когда стресс. Вот листик с дерева упал. У меня стресс. Воробушек чирикнул громко. Стресс. Теща заболела. Стресс. Выздоровела, жуткий стресс. Жизнь полна стрессов, а жена не понимает мою нежную психику. Вчера она бросилась. Ты чего напился? Я говорю, у меня умер друг Валерий. Жена говорит, Валерик умер 20 лет назад. Я говорю, только сейчас дошла горечь утраты. Жена говорит, какая горечь утраты? Валерик был попугайчик. Как-то говорит, ты так вообще сопьешься, тебе надо нервы успокаивать. Повела меня на балет. Я как увидел на сцене этого мужика в колготках, у меня такой стресс. У него в колготках такая хореография. Явно что-то подложил. Явно. А эти девки на сцене думают, что там настоящие. Прыгают вокруг него на цыпочках, флиртуют. Я встал, крикнул, женщины, не верьте, не может быть такого в природе. Тут все завизжали, меня выгнали из зала пинками. Стресс. Решили, чтобы не нервничать, мне надо читать книжки. Я взял первую попавшуюся, Стивен Кинг. «Зомби-вампиры убивают мертвецов-оборотней». К вечеру я стресса выпил все, что было в доме, включая керосин, зеленку, доместос и туалетного утенка. В общем, пошел путем Барри Алибасова. Жена отобрала эту книжку, говорит, все, больше никаких ужасов. Вот спокойная книга «Земноводные средние полосы России». Вечером приходит, я пьяный. Жена говорит, тут-то что? Я говорю, Лариса, мир земноводных так жесток. Из 100 головастиков до периода спаривания доживает только один. Жена говорит, слышь ты, головастик, ты сегодня до периода спаривания точно не доживешь. Ушла спать на диван. У меня стресс. Теща говорит, пущай телевизор посмотрит, отвлечется. Я сел смотреть, а там сюжет такой тупой показывает. Я не выдержал, выпил. Жена говорит, где ты опять стресс нашел? Я говорю, Лариса, этот лимагнат нас за дебила удерживает. Такой примитив по телевизору показывают. Там 2 часа какая-то тарелка крутится и все. Жена говорит, дурак, ты же перед микроволновкой сидишь. Тесть говорит, хорошо отвлекает от стресса настольные игры. Сели играть в карты, я, тесть и соседка снизу, баба Зоя. 75 лет. Играли на раздевание. Как я не старался, чтобы баба Зоя не проиграла. Козырь ей подкладывал. 6 тузов ей нарисовал. 10-ку козырную, 11-ку. Она все равно проиграла и разделась. У меня был такой стресс. Я так набухался. Гляжу, а баба Зоя ничего. Конфетка. На бюсте такая татуировка манящая. Ленин на броневике. Правда, броневик уже уехал куда-то. В гараж. В
Главное, жена всегда как-то догадывается, что я выпивший. Вроде замел все следы, рот хлоркой прополоскал, одеколоном на себя выбрызгал 3 флакона, надел все чистое, стою мясо кручу на мясорубке. Жена приходит, говорит, пил. Я говорю, как? Как ты догадалась? Она говорит, ну, во-первых, ты коту хвост крутишь. Во-вторых, ты надел ночнушку моей мамы. Не вынимая мамы. Кейс говорит, ему надо заняться спортом, пусть отжимаются от пола. А надо сказать, что Кейс затеял ремонт и поснимал все крышки с розеток. Я лег на пол и попал пальцами ноги в розетку. Я отжался 2742 раза за 15 секунд. От трения в воздух сгорело белье, и выступающие от удара током части организма пробили в полу дырку. В этот момент соседка снизу, баба Зоя, как раз спрашивала небеса, повысят ли ей пенсию. И тут из небес показался ответ. У меня стресс. У тестя стресс. У бабы Зои такой стресс. Она теперь с потолка глаз не сводит. Второй месяц. Жена говорит, тебе надо уехать, сменить обстановку. Купила первый попавшийся билет на экскурсию, посадила в автобус, я поехал. А экскурсия оказалась на коньячный завод с дегустацией коньяка. Когда на 8-й день охранники меня все-таки поймали и депортировали домой, я почувствовал себя пчелой, которую оторвали от медоносной поляны. Такой был стресс. А жена злая, обиделась на меня, включила телевизор. А то Малышева говорит, причина стресса – переизбыток мужских гормонов. Вот кастрированные коты, они тихие, спокойные, у них никаких стрессов. Жена говорит, ты слышал? Котик. Я говорю, Ларисочка, случилось чудо, я исцелился. И с тех пор у меня никаких стрессов, я не пью, всегда на позитиве, чего я вам желаю. А Малышева надо запретить.